Ми починаємо чергове засідання прес-клубу незалежної медіапроспілки «Спілки журналістів України». Мене звуть Юрій Луканов, я модератор цієї зустрічі і за сумісницем голова незалежної медіапроспілки. Отже, у нас сьогодні дуже цікава тема, оскільки вона стосується всіх нас без винятку, ну, хіба що виняток ті, хто взагалі жодного майна не мають. А оскільки всі тут присутні, я сподіваюся, власники, то, значить, всіх нас воно стосується. Йдеться про така тема, сформульована таким цікавим чином, чи будемо ми власниками свого житла після оціночної зачистки 2013 року, як запобігти рейдерству в сфері нерухомості. Ну, я представляю наші гостині, які до нас прийшли, люди дуже фахові, які знаються на цій темі. Віктор Кожемніков, оцінювач, викладач Міжнародного науково-технічного університету. Андрій Філін, оцінювач, модератор відкритого клубу оцінювачів «Вікно». Сергій Руті, оцінювач, представник форуму «Вікно». Людмила Туровська, генеральний директор асоціації компанії «Експерт Рівне». Я нікого не пропустив? Олексій Дмитрович. Амфітеатр. Ви ж сказали, що його не буде, вибачте. Олексій Амфітеатр, оцінювач, голова управління Українського товариства оцінювачів. Просто пан Олексій прийшов трошки пізніше, я не зовсім зорієнтувався. Вибачте. Отже, ви знаєте, я такий короткий вступ зроблю з вашого дозволу. Я зараз читаю книжку такого Маріуса Штігеля, польського журналіста, який є розкішним репортажистом, який описує часи початку повалення комунізму в Польщі. І от він нагадує мені тодішні часи в Польщі, мені дуже нагадують сьогоднішні дні. Там було дуже багато конфліктів навколо майна, але вони швидко це подавали, провівши відповідні реформи. Ми реформи, як ми знаємо, не провели. Власне кажучи, у нас були, мабуть, кілька етапів. Найбільший етап – це приватизація підприємств і таке інше. Але ми до цього ставилися байдуже, оскільки це в Радянському Союзі, ми знаємо, що власність була спільною, значить, нічиєю. Тому це нібито відбирали за копійки, але не наше. Не наше. Це було нібито чуже. Але поступово, здається, приватизація або прихватизація, вона підкрадається до нас, кожного з нас, оскільки, скажімо, торік намагалися запровадити новий податок на житло. І ми знаємо, що він був дуже несправедливим, оскільки оцінка відбувалася не за розташуванням майна кожного з власників, відповідно оцінювання цього майна за престижністю, за багатством і таке інше, а просто формально за метражем. Тобто байдуже, чи то у Ахметова, там, умовно кажучи, в розкішному районі величезна квартира, або у якогось бідняка там квартира в поганому районі, але за метраж вони мали платити однаково. Ну і цю реформу вона викликала велике незадоволення, її відклали. Ось тепер відбуваються нові якісь речі, зокрема йдеться про оцінювання нерухомості. Було ухвалене рішення, яке теж відкладалося, і тепер на ринку, зараз вони більш кваліфіковано розкажуть, але на мій дилетантський погляд, я прочитав на цю тему деякі матеріали і ходять просто ринок в паніці, оскільки одні стверджують про те, що оцінювання майна виросте в 7 з чимось разів, інші кажуть, що до цього ж додається також підвищення росту цін на саме майно. А правда, є заспокійливі коментарі, які розкажуть, ні, насправді оці заходи, які будуть вжити, вони ціну понизять. Отже, що скажуть люди, які кваліфіковані і фахові, які є людьми, які працюють в цій сфері, професіонали, прошу, хто першим хоче висловитися. Добрий день. Віктор Кожевніков, директор консалтингової компанії, оцінщик з 11-літнім стажем, преподаватель оцінки. Начну с бородатого анекдота. Знаете, наверное, все его слышали, но он очень в тему. Знаете, собрались украинские олигархи на совещании и говорят, ну смотрите, заводы мы поделили, фабрики поделили, землю поделили, пора и о людях подумать. Второй встает и говорит, да, предлагаю для начала по 1000 душ. Ну, правда. Поскольку действительно наши все олигархи и прочие приближенные к власти товарищи уже действительно поделили все имущество, которое можно было поделить практически незаметно для рядовых граждан, подошла очередь и, собственно, людей.
Начали со сферы услуг. Потихонечку подминается сфера услуг. Одна отрасль за другой. Но не за горами тот день, когда займутся и имуществом граждан. Об этом мы с вами сегодня и поговорим. Вначале я пройдусь по теме, которая нас, как оценщиков, волнует, конечно, больше всего, а именно тема монополизации оценочных услуг в интересах определенной группы лиц. Сейчас мы покажем маленький диафильм, который мы подготовили по этой теме, для того, чтобы ввести вас в курс дела. Итак. Налоговая оценка отвлечений. С 1 ноября 2013 года в Украине официально введены новые правила оформления купли-продажи недвижимости. Оценку теперь имеют право выполнять только специально обученные и сертифицированные субъекты оценочной деятельности или налоговые оценщики. Налоговая оценка, по версии инициаторов этой реформы, должна была обеспечить повышение качества оценочных услуг, создание удобной для граждан системы оценки, усиление контроля государства в сфере оценки, демонополизация рынка и снижение стоимости услуг по оценке. А также, что очень интересно, решение проблемы доступа к профессии оценщика, увеличение уровня конкуренции. Вот не знаю, у кого как из коллег, у меня, например, в свое время не было никакой проблемы по поводу доступа к профессии. Экзамен сдал и работаю. Получилось, как всегда. Не далее, как неделю назад, на пресс-конференции господин Рябченко, председатель фонда госимущества, продемонстрировал общественности вот эту замечательную карту, где изображено покрытие Украины сетью налоговых оценщиков. Здесь вы видите неимоверное какое-то количество предприятий, которые как грибы растут из всех райцентров. И даже поселка городского типа. Мы решили проверить, так ли все замечательно обстоит на самом деле. И силами вот наших фабричан обзвонили достаточное количество, сейчас я покажу сколько конкретно, достаточное количество субъектов оценочной деятельности, указанных в реестре фонда госимущества. Итак, вот результаты нашего небольшого социологического опроса. Опрошено 239 предприятий и представительств из 961 указанного в реестре. Или 25% субъектов оценочной деятельности. Как вы видите, выборка достаточно представительная. Опрос проводился 1 ноября, то есть через неделю после того, как Рябченко опубликовал эту карту, она была выложена на сайте фонда госимущества. И как раз в тот день, когда было заявлено, что система полностью готова к работе, пожалуйста, приходите и пользуйтесь. Итак, что мы получили на выходе? Не выполняют оценку для налогообложения вообще 36% из опрошенных лиц. То есть они от нас узнали, что они налоговые оценщики. Вы понимаете, да? Мы им звоним, они говорят, спрашиваем, вы налоговые оценщики? Они говорят, а что это такое? Не готовы приступить к работе по разным причинам 5%. Не отвечают на телефоны, то есть мы не смогли с ними поговорить 18%. Отсутствует веб-сайт компании, который обязательно должен присутствовать у субъекта оценочной деятельности налоговой оценки. В 54% случаев отсутствует телефон или адрес. В 51% случаев. То есть люди понятия не имеют, никуда звонить, никуда идти. И в 35% случаев в нарушении квалификационных требований данный субъект оценочной деятельности находится не в офисном помещении. Вообще неизвестно где.
Если вы читали предварительные материалы в прессе, вы видели, что там фигурирует адрес будки сторожа на автостоянке, адрес бильярдной, адрес парикмахерской, адрес кафе. Все что угодно можно найти в этой адресной книге замечательно. Итого, оказалось, что готовы работать из всех опрошенных всего 13% или 30% субъектов оценочной деятельности и их региональных представителей. То есть о каком доступе гражданина к рынку, к услугам, столь необходимым, может идти речь при таком уровне покрытия и развития этого дела. Здесь вот мы видим, сколько заявлено было и сколько реально у нас работает. Это из числа опрошенных, имеется в виду. Вернувшись назад, мы можем прочитать интересную зависимость. Если вы помните события 2012 года, мая месяца, мы собирали пресс-конференцию в Униане и очень подробно рассказывали, что всю налоговую оценку повесили на 12 фирм. Тогда кабинет министров это постановление отозвал, он свои приказы отозвал после скандала. Потому что ну, понятно, что 12 фирм не могут обслуживать всю страну. И пришли к выводу, что ну, нам по неофициальным каналам после этого сказали, что ну, вы добились того, что мы выбросили 12 фирм, хорошо, мы сделаем 120. Вот давайте посмотрим. Мы опросили 25%, из них готовы работать 30. Умножим 30 на 4 и получаем сколько? Ровно 120. То есть пацаны слово держат. Да? Сказали 120 будет, значит вот вам 120. Вот частотность отказов по разным причинам. Не буду расшифровывать, мы уже об этом поговорили. В общем, схема аферы под названием «Налоговая оценка» выглядит вкратце следующим образом. Крышей этого дела, как мы видим, является фонд государственного имущества Украины. Под крышей находится группа бенефициаров, которые получают сливки с этой схемы. Они прикрываются тремя фиктивными саморегулирующимися организациями оценщиков. По закону об оценке саморегулирующиеся организации оценщиков имеют достаточно широкие полномочия. Они имеют право представлять оценочное сообщество в экзаменационной комиссии, в экспертно-квалификационной комиссии. Был наблюдательный совет по вопросам оценки, они и там заседали. И если раньше эти саморегулирующиеся организации действительно представляли широкие круги оценщиков, то сейчас они во многом вытеснены вот этими тремя организациями с фиктивными, я их называю совершенно обоснованно, потому что у них нет реально того количества членов, которые нужны для получения нужного статуса. Мы этот вопрос изучали и можем подтвердить таким же вот способом, как мы опрашивали субъекты оценочной деятельности. Далее. Мы видим здесь организацию, которая называется Институт управления качеством области оценки. Далее мы видим фирму «Аргументы», фирму «Витис» и еще несколько компаний, которые в этом всем участвуют, и представителей региона. Каким образом работает схема? Внизу мы видим счастливых улыбающихся клиентов, которые хотят приобрести жилье. Что делает клиент? Он идет к нотариусу для того, чтобы оформить сделку. Нотариус говорит, что для оформления сделки нужна оценка налогового оценщика. Клиент начинает искать налогового оценщика, направ 10-15 телефонов, не отвечающих или по которым ничего не могут ответить. Он, наконец, находит того, кто соглашается совершить это действие. И эти люди никто иной, как представители в регионах вот этих вот
нескольких компаний. Далее он им уплачивает определенную сумму, они в свою очередь платят часть выручки Институту управления качеством в области оценки. За что? Потому что в правилах, установленных постановлением номер 231, указано, что каждый субъект оценочной деятельности обязан создать у себя систему управления качеством и использовать определенную программу автоматизированной оценки. А патенты на систему управления качеством, сокращенно СУКО, и систему автоматизированной оценки принадлежит Институту управления качеством в области оценки. И больше ни у кого нет ни системы управления качеством, ни специализированной программы. А если есть, то она будет не признана фондом госимущества. Опять же, потому что в экзаменационной комиссии сидят вот эти товарищи. Далее рассказываю. Для того, чтобы увеличить массовость и продемонстрировать кабинету министров и общественности, что у них есть на сегодняшний день около 1000 субъектов, они набрали желающих стать налоговыми оценщиками в большом количестве. К сожалению, сказка про Буратино, которую все читали в детстве, наших людей ничему не учит. Люди идут учиться на курсы, платят 3-4 тысячи гривен. На курсах им объясняют, что после окончания курсов им нужно будет сдать экзамен, потом заключить договор, согласно которому они отчисляют 80% выручки Института управления качеством. Они и на это соглашаются. После этого им говорят, что для того, чтобы без проблем сдать экзамен, им нужно уплатить ни много ни мало, а 60-70 тысяч гривен. Некому посреднику, которого я обозвал поле чудес, потому что у нас страна дураков, к сожалению, который гарантирует им сдачу этого экзамена. Сегодня лично я общался с одной из таких посреднических компаний, где мне сказали, что за 4,5 тысячи долларов, без проблем совершенно, без обучения, то есть мне не нужно ходить ни на какие курсы, мне нужно только прийти, расписаться в экзаменационной ведомости один раз, заплатить денежку, и я готовый налоговый оценщик. В интернете этих предложений уже висит 7-8 штук. Можете в этом легко убедиться, прозвонить по указанному телефону. Почему я назвал вот этих вот коллег, с позволения сказать, планктоном? Я объясню чуть дальше. Перейдем к следующему слайду. Почему я здесь указал только две фирмы? Вот фирма «Аргумент», на которой я хотел бы остановиться подробно, это фирма с большой историей. И фактически это единственная реальная организация вот во всей этой системе, ну не считая фонда даже «Майна», естественно. Она является физической основой всего происходящего. Вот здесь мы видим выдержку из законодательного акта, где нормативно закреплен отказ. Уразикулы системы управления якостью и объектом интеллектуальной властности, субъект оценочной деятельности, забезпечивая наявность всех прав, вызначенных законодательством для их выкористания. То есть фактически речь идет о том, что нужно заплатить. А вот и замечательный патент. Там в раздаточных материалах он есть, вы можете ознакомиться, что собственно запатентовано. Запатентовано очень простое, что способ оценки заключается в том, что заказчик оценки сообщает сведения об объекте оценки с помощью электронной связи. Вот и все. Это гениальный патент, без которого никак жить нельзя. Вот коммерческая пропозиция, которая указывает обоснованные расценки на ценный интеллектуальный продукт, запатентованный выше. Мы видим. За використання комп'ютерних програм 20%, за використання корисної моделі 60%, ітого 80%. От ліцензіонний договор на передачу невиключених прав на використання корисних моделей. Крім того, що потрібно заплатити 80%,
нужно дополнительно укласти письмо с письмово погодженим страховиком договор про страхование ответственности перед третьими особами. Смотрим дальше. Все это страшная тайна, которую нельзя разглашать протягом 15 років. Особенно відомості про вартість і порядок позрахунків. Мстя буде страшна в случае нарушення цього пункту. Штраф в розмірі 100 тисяч гривень. І от саме інтересне, договор з такими страшними условиями, з такими огромними сумами, з такими колосальними штрафами заключається на 45 календарных дней. После чего вы можете забыть про уплаченные за курсы деньги, про взятки за доступ на рынок, про страховку и про все остальное. И гуляйте, Вася. При этом, конечно, когда люди подписывают этот договор, им говорят, что он типовой, что его обязательно продлят. Как только, так сразу. Давайте посмотрим, кто же автор официальный, по крайней мере, всей этой замечательной цепочки. Украинский институт управления якостью, согласно выписке из реестра, принадлежит громадской организации Союза Оцінювачів України. Союз Оцінювачів України в свое время руководил господином Кайпецким Николаем Вячеславовичем. Как видите, свежеиспеченный институт и свежеиспеченная организация и свежеиспеченный руководитель. 11.4.13. А кто же такой господин Кайпецкий? Очень легко его найти в фонде госимущества на сайте. Он всего-навсего член аттестационной рецензионной комиссии при фонде госимущества. Именно он с сотоварищем принимает решение о том, кто будет допущен на рынок, кто не будет. Вот здесь вот мы видим, что будет с теми, кто имел наглость явиться в фонд, не заплатив предварительно всех нужных платежей. Этих людей направляют на экспертизу, поставивши эксперту наступне запитання. Чи є текстовий матеріал, розміщений у програмі організації дотримання вимог якості, повним чи частковим відтворенням для літературного твору, указаному вище? Тобто ви розумієте, що він або соответствует, і тоді ви повинні заплатити за нього гроші, або він не соответствует тому тексту, значит, он не соответствует требованиям фонда. Третьего варианта не существует. То есть, если вы не заплатили, вы на рынок не попадете. И теперь давайте вернемся к пресс-конференции господина Рябченко, который говорил, что стоимость услуг у нас понизится в 7 раз. Кстати, коллеги, вот не дадут мне соврать, скажите, пожалуйста, сколько стоит у нас оценка квартиры сейчас? В зависимости от региона. В зависимости от региона она стоила и стоит где-то в размере от 300, ну максимум до 700 гривен. Но раз мы подняли этот вопрос о стоимости, то всем предлагается арифметическая детская задачка. Представьте, если у вас забирают 80%, не назовем откат, а скажем дани, что остается у нас с вами? Остается 20% минус налоги. А теперь возьмите 300 гривен, умножьте на 0,2 и получите 60 гривен. Вот за 60 гривен надо сделать оценку, надо послать машину, надо найти амортизацию деньги, надо оплатить свет, газ и работать. Тогда возникает вопрос, а что это за оценка? Вот нехитрые арифметические подсчеты говорят, что если задекларированная фондом стоимость 300 гривен будет выполняться вот в тех условиях, о которых я говорил выше, то оценщику останется вот что. Вопрос. А зачем же тогда ему работать? Да еще и платить деньги за место. Откуда он возьмет выручку на покрытие всех этих затрат? И вот тут мы подходим к самому интересному. Шкуру будут драть заказчика. Официально, возможно, будут проводить 300 гривен, может 200, а может и 100. Неохота же платить лишние 80 гривен, 80%, да? Можно и 20 провести, заплатить 80% с 20. А остальное взять с заказчика наличными, естественно. Откуда же их еще взять?
Источником всего у нас является заказчик, источником денег в этой системе. И что делать при этом заказчику, которого поставили в условия, когда ему приходится обращаться к монопольной структуре, и деваться ему некуда, потому что ему нужно оформлять недвижимость. А вот что. Если эта схема будет работать в том виде, в котором она сейчас заработала, то дальше мы будем не раз встречаться вот по таким вопросам. Во-первых, мы будем встречаться по вопросу, как налоговая оценка расширяется на все виды сделок, на все виды оценки и на всех граждан поголовно. Во-вторых, мы будем говорить о налоге на недвижимость, которые привяжут налоговые оценки, о чем говорил Юрий вначале. Вот у нас люди любят очень социальную справедливость. Раз ты живешь во дворце, значит, плати как с дворца, а не с квадратного метра, да? Ты живешь на Печерске, плати как с Печерска, а не как с Кацепетовки. Так вот, для того, чтобы это осуществить, я уверен, что в следующем году мы услышим о новых инициативах, о поголовной оценке. Ни кадастровой, ни специализированной, ни научно обоснованной, ни математически выверенной. А вот такой же. И в результате всего этого мы еще поговорим о том, какие схемы отъема жилья на выходе всего этого возможны в данных условиях. Поэтому наша задача сейчас добиться прекращения подобной практики в принципе и разработки цивилизованных схем работы рынка недвижимости. Спасибо. Передаю слово следующему коллеге. Хочу сказать про патенты. Андрей Филин, представитель открытого клуба независимых оценщиков. Я хочу напомнить про патенты, было сказано, заявка на этот патент была маем 2012 года. Постанова 231 была уже в 2013 году. Очень интересно получается, когда постановление 231 пишется под патент, заявка на который была дана раньше. То есть не существовало никаких предпосылок, а тут они появились в виде патента. То есть становится видно, что система работает под конкретных людей. В данном случае, вот как было указано, под какого-то господина Кайбецкого. Все уже скоро узнаем, кто это, я так думаю. Вот. Что касается про официальные платежи и неофициальные, это уже новым оценщикам. Так вот, недавно пришло, точнее, вот буквально на днях пришло разъяснение новым налоговым оценщикам, которые, к счастью, делятся с нами этой информацией достаточно активно, что написано в письме было буквально следующее. В счете не должно быть указано более 300 гривен официального платежа. Официального платежа не должно быть указано. Ну, это не разговор о том, что 300 гривен нам хватит, сделаем за 300 гривен и так далее. Это указание о том, что мы возьмем неофициально, мы попросим больше. Что касается, в принципе, рисков для граждан, которые существуют, а здесь рисков достаточно, я остановлюсь буквально коротко, буквально на некоторых. Это то, что даже при том, что фонд госимущества бодро отчитался о том, что на сегодняшний день уже есть масса оценщиков, показали прекрасную карту, которая не соответствует действительности, как уже говорил Виктор. На самом деле многие из этих оценщиков, якобы оценщиков, они не имеют даже документов на осуществление оценочной деятельности. Большинство из них, то есть вот те 13%, которые сказали, что они готовы делать оценку, это еще не значит, что они ее будут делать. Когда клиент придет к ним, пусть в первую очередь попросит показать ему документы. Сертификат субъекта оценочной деятельности
и свидетельство о внесении в реестр оценщиков. Эти новые оценщики, они не внесены в реестр. По крайней мере, мы не видели ни одного, ни единого документа о внесении в реестр этих людей по направлению, которое должно отвечать за новогоднюю цену. Почему такая ситуация, я не знаю. Их пустили на рынок, но даже не дали документов. Наверное, чтобы они далеко не убежали, неофициально брать деньги. Но самое интересное вообще в том, что мы неоднократно по этому поводу обращались в разные госорганы, в том числе и к президенту, и к депутатам. Мы всем депутатам писали письма. Вот. И вот замглавы администрации президента Акимова, она вообще высказала свое мнение по этому поводу, точнее мнение администрации президента, что это, эти нововведения, если их можно так назвать, они не должны вообще существовать. Они ненормальны, они незаконны, и это постановление должно быть отменено. И вот такое же самое мнение высказала экспертно-юридическая группа Кабинета министров и экспертно-юридическая группа Верховной Рады. То есть три высших государственных органа на экспертном уровне высказались против этой схемы. Тем не менее, она принята и работает. Добавьте сюда еще антимонопольный комитет, добавьте Федерацию работодателей Украины, добавьте очень многих депутатов Верховного Совета. Спасибо за дополнение, действительно это так. Я хотел бы просто сказать, что если еще раз администрация президента или сам президент не обратит на это внимание, то я думаю, что избиратели к 2015 году вспомнят и это улучшение, которое припишут именно нашему президенту. И вряд ли будут голосовать за его партию или за него в частности. Поэтому я думаю, что надо задуматься над этим и все-таки еще раз рассмотреть возможность эту постанову отменить. А господину Рябченко я вообще думаю передать привет, что ему надо давно уже, наверное, покинуть эту должность, если он не может в своем интервью даже привести правильных терминов и аргументов, да, правильных терминов, которыми руководствуются оценщики. И он, кстати, там упомянул, что данной постановой или данными нововведениями, я цитирую, «хотели розвести оцінювача и клиента». Оцінювачів вже розвели. Десь 1500 оцінювачів розвели на навчання тому, чому вони навчатися не повинні були. Клієнтів скоро будуть розводити, я так розумію. Спасибо за внимание. Так, Сергій Рудич, ви не так? Сергій, пане Сергію, може ви скажете, а яким чином ця схема працюватиме на відбирання квартир у нас? Я об этом скажу чуть позже. Я Сергій скажет о ході судебного процесу, который мы ведем. Микрофон работает, да? Ближе к себе. Не можете нам рассказывать? Я вам буду рассказывать. А можете еще раз Рудич Сергій. Я представник форуму «Вікно». Да, я являюсь оценщиком и реального оценки работы с 2000 года. Я остановлюсь на, коротко остановлюсь на том, что сегодня идет процесс судебный. Оценщики судятся с Кабинетом министров. Суть вопроса – отмена постановления Кабинета министров номер 231. Как? Противоречащего законодательству. Значит, коротко. Этим постановлением или подменяется, или расширяется, или вообще отменяется некоторые статьи налогового и хозяйственного кодекса. То же самое в отношении закона. Это профильный закон про оценку имущества, имущественных прав. Закон про оценку земли и, самое удивительное, закон про коррупцию. Значит, уже говорилось о том, что есть экспертизы, которые проводились в том числе и внутренними органами кабинета министров. Так самое интересное, когда эти документы принесли в суд первой инстанции, суд сказал, это внутреннее дело, и эти документы не легли в основу дела, то есть их просто проигнорировали. Даже мнение непосредственно чиновников
того же кабинета министров, администрации президента, и там еще была экспертиза, по-моему, какого-то института, я сейчас не помню. Значит, его просто не приняли в рассмотрение, даже не пошли, не пустили в дело. Значит, кроме всего прочего, судом первой инстанции нарушено, ну, мы насчитали 5 статей Конституции Украины. На сегодняшний день, сегодня, буквально через час, будет следующее заседание, вернее, первое заседание уже по апелляции, поскольку суд первой инстанции признал, что мы, то есть нас иск не признал. Естественно, я сейчас буду туда уходить, поэтому извиняюсь заранее. Я что хочу сказать, вот если говорить вообще об отношении судебной инстанции, то есть тех людей, которые живут за наши налоги, все мы платим налоги, а они наши слуги. Был задан один элементарный вопрос, это вот вопрос к допуску к работе в этой сфере на сегодняшний момент. Был задан один вопрос, а может ли физическое лицо предприниматель заниматься налоговой оценкой? Не представитель кабинета министров, ну суд, понятное дело, это не его, они не смогли ответить. Я вам скажу так, однозначно не может. Почему? Потому что требование, одно из требований, должен быть директор, который должен получить соответствующий документ на право заниматься этой оценкой. Естественно, у физического лица предпринимателя нету директора. По опыту я вам скажу так, для того, чтобы оценить квартиру, ну, здесь не надо предприятия. Здесь не надо, здесь достаточно одного специалиста, который знает рынок и который умеет применять те методы и подходы, которые существуют в оценке. Я, такая ремарка по патенту. Вот здесь говорят про патент. Это не патент на изобретение. Это патент на полезную модель. И этот патент выдается декларативно, то есть даже не проверяется, существует, не существует сегодня аналогичная полезная модель. Просто-напросто. Вот написал заявление, деньги заплатил, и тебе выдали соответствующий документ.